Вот челик с девчонкой мелкий гуляет, он меня поприветствовал, вот так рукой сказал, головой. Я слушал в наушниках Midwestimo Type 3. Этот чел меня знает, видимо, из тех ребят. Но все, что мы можем, это просто приветствовать молча друг друга и все. Но я его не узнаю. Они смотрят на меня так доверчиво. Они хорошие ребята. Они взрослые, умные ребята. Мне не нравится то, что взрослые считают их не личностями, не способными вообще от права голоса. Это взрослые, они вот маленькие, но они как взрослые, вот ты поверь. Они взрослые люди. Вот. Это взрослые люди. Это взрослые люди. Это просто взрослые личности, адекватные, соображающие, все понимающие. Извиняюсь, просто я чуть-чуть выпил немножко эссе. Я только эссе пиво пью и все. И выкидываю ровно в урну, но почему-то дворники урну эту не опустошают, хотя должны. Да? Да так, потихоньку, вот один сижу, видишь, после всего того. Вот один сижу. Но намечается интервью, и, возможно, появится у меня возможность с ребятами рисовать, вдохновлять их. Интервью возьмут у меня, короче, в городе какой-то. Два человека, один челик и одна женщина взрослая. Я расскажу обо всем, что произошло там, когда меня оперативник вызвал, когда мы играли в «Дед и бабу», и все было хорошо. Вы реально, вот вы как взрослые люди, я считаю, что вы взрослые люди, вы являетесь личностью. Но, например, ваши родители или полицейские считают вас не личностями, не способными на право голоса. Я считаю, это неправильно. Сейчас пока что... Вчера, позавчера я был очень счастлив. Я играл в «Дед и бабу» с другими ребятами. И рисовал мелками на стенах, на некоторых стенах заброшенных домов. И ребятишки разбирали мои мелки и тоже рисовали. Котеек рисовали. Они вдохновляются. Я хочу в интервью, знаешь, что сказать? Что я хочу быть преподавателем, воспитателем для ребятишек. Потому что это талант. Ведь вам было так интересно со мной. Потому что одному быть и быть взрослым, это ужасно для меня. Я остался ребенком в душе. Когда с ребятишками играешь в «Дед и бабу» или в футбол, нет времени даже на перекур, не то что на пиво. А когда без ребятишек остался, когда один из взрослых, закомплексованный, вызвал оперативника, то ничего не остается в жизни, кроме как сидеть просто и унывать. Бабушки сидят, смотрят. Я рисовал с 2006 года мелками на плитках пейзажи, и окружающие детишки видели это и говорили мне: я хочу стать художником, как и вы. Меня родители заставляли в художку пойти, но я не хотела, а потому что ее родители сами в художку не ходили никогда и не занимались, а увидев, как я рисую, они вдохновились. И вот в этом мой талант – вдохновлять ребятишек.
Вот что я считаю. Спасибо, что вы тогда подошли к оперативнику и сказали, что про меня, что я хороший, никого не приставал, не трогал, ничего не было. Меня в итоге отпустили, он даже довез меня, подвез меня до дома. Сказал, ничего криминального нет, просто больше никогда не играй в дедбабу. А я еще играл в дедбабу после этого. Я был счастлив. Там просто ребятишки постарше были. Но нас мало было, к сожалению. Но чтобы играть дедбабу, надо вот так вот, как 7 человек, 10 человек, чтобы было. Вот это кайф. А когда мало человек, то плохо играется. Вы являетесь взрослыми личностями. Вы знаете больше, лучше, чем любой взрослый. А вот окружающие взрослые вас считают не личностями, не способными принимать решения, не имеющими права голоса. Я считаю это неправильно. Да, хочу. А, мелки. Ну, можно здесь порисовать. У вас мелки даже с собой. Да, вот даже. Ты какой хочешь? Ну, сейчас я попробую порисовать.